Моя теория совсем другая, что действительно вся наша цивилизация, вся наша технология, вся наша физика, да и все инженерное дело, все очень сильно использует математику. Это часто бывает, что это использование наступает не сегодня, а через 5 лет, 10 лет, 100 лет даже, а иногда и 1000. Но, однако, наступает. Математика в переводе с греческого – это точное знание. Поэтому в каком-то смысле все точные знания, которыми мы обладаем, следует отнести к математике. Я буду лепить его. Но жить в мире точных знаний очень непросто. Поэтому мы предпочитаем оставить математике точность, а себе приблизительные знания. Так проще, так легче, меньше умственного напряжения и угрызений совести. Я, например, при помощи французской литературы я обнаружил такую вещь, сделал некоторые открытия, которое меня даже удивило, что его признали все пушкинисты и опубликовали в Вестнике Академии наук серии языка и литературы. У меня есть статья такая. Я расшифровал источник эпиграфа к Евгению Онегину. Вот опять, мало кто русских знает, что у Евгения Онегина есть эпиграф. Есть, конечно. По-моему, рус, да? Нет! У каждой главы есть эпиграф. У Рус это четвертая глава. Это совсем не то. Нет. Но он по-французски мало кто его знает. Но я-то его знаю, конечно, давно. Petite vanité, il avait encore plus de cette espèce d'orgueil qui fait avouer avec la même indifférence ses bonnes comme ses mauvaises actions, suite d'un sentiment de supériorité, peut-être imaginaire, tiré d'une lettre particulière. То есть по-русски это значит так. Проникнутый тщеславием, он обладал в еще большей степени тем особенным видом гордости, который заставляет признавать с одинаковым безразличием как свои хорошие, так и дурные поступки из чувства превосходства, быть может, мнимого, из частного письма. Это французский текст. Откуда он взят? Источник. Это известная загадка пушкинизма. Там в многих местах я читал у разных, у Лотмана и у других, читал, что вот искали, нигде не нашли, пришли к выводу, что Пушкин сочинил сам, а приписал французам, но на самом деле это он сам придумал. И что это относится больше к нему, чем к Онегину. Понятно. И представьте себе, я нашел французский источник. Я читал ее по-русски раньше. Вот. Это книжка «Шедрлот Лакло. Опасные связи». И я прочитал впервые лет, не помню сколько, 15 назад, я прочитал в Париже «Опасные связи» Шедрлот Лакло. И там я обнаружил эту фразу в письме номер 50. Но дело в том, что это не та фраза. Пушкин ее переделал. А он сказал противоположное тому, что там было. Пушкин говорит, проникнутый тщеславием, он обладал в еще большей степени. А в оригинале написано «Лишённая тщеславия, я обладаю в еще меньшей степени». И так далее. Все то же самое, но наоборот. Знаете, кто такой Шедрлот Лакло? Мало кто знает. Это был наполеонский генерал артиллерии. Артиллерист, наполеонский генерал. Математик. Ему, например, принадлежат два замечательных изобретения. Одно изобретение такое. Нумерация домов на улицах, которые мы все пользуемся. Придумана им вот эта идея, четные дома с одной стороны, нечетные другой, она математическая. Он как математик это и придумал. А другое его открытие такое. Он изобрел разрывные снаряды, у него были только ядра. Он изобрел, что снаряд надо делать внутри пустой, чтобы он разрывался и много осколков летело. Это он тоже. И он же написал «Опасные связи». Это замечательный писатель. У нас сейчас происходит явление, которое я называю американизацией. У нас наши руководители нашего образования провозгласили, надо сделать, чтобы наше образование было хорошим, то есть таким, как в Америке. А каким оно стало в Америке? Американцы, с другой стороны, мне объяснили, что они сознательно борются за то, чтобы народ был малообразованным, не интересовался ни наукой, никакой культурой, ничем.
Потому что это противоречит обществу потребителей. Потому что если люди начинают интересоваться чем-то другим, кроме стиральных машин и автомобилей, которые надо купить каждую неделю новые, то тогда они худшие покупатели. Они начинают, а если и покупают, то они начинают покупать Ван Гога, там, или стихи какие-нибудь, или теоремы доказывать. А это для общества потребителей вредно. Чтобы этого не было. А к тому же еще, чтобы население было послушным стадом в руках манипулирующих ими политиков, нужно сделать не европейскую, а американскую систему образования, в которой ничему не учат. Например, у них, скажем, например, в штате Калифорния была борьба такая серьезная, борьба интеллигенции штата Калифорния за то, чтобы в университеты принимать не всех, вопреки федеральным правилам. Они потребовали, чтобы по математике, например, не принимать тех, кто не умеет без компьютера 111 разделить на 3. А по физике потребовали, чтобы у воды было 3 фазовых состояния – твердое, жидкое и газообразное. В федеральных законах ничего такого нету. Ни деления нету, дробей простых нету. Американские журнал математического общества американского опубликовал несколько лет назад статистику. Оказывается, такую задачу разделить число 1/2 на 1/3 из учителей математики в школах Соединенных Штатов, в зависимости от штата. В некоторых штатах 1% учителей умеет, а в некоторых 2%. Нигде не больше. Там нету дробей, там простые дроби исключены. Их нету. Поэтому 111 на 3 тоже нету. Это никто не умеет делать. Поэтому в Вашингтоне было, я это читал в Нью-Йорк Геральд Трибюн, обсуждение, где сенаторы выступали. Один сенатор сказал: я представитель, там, кажется, штат Небраска, я забочусь о том, чтобы отстаивать интересы избирателей. То есть я добьюсь, чтобы ни один человек во всей моей родине, а это не только Небраска, а все Соединенные Штаты, не смел учить никому ничему, чего я не понимаю. Например, делить 111 на 3. Это сенатор Соединенных Штатов. А другой говорил: это ваша программа, в которой есть водяной пар. Это специально сделано, чтобы выдержать могли только элитарные ученики 57-й школы города Москвы, которые к нам тоже попадают, и вот они-то это знают. А наши негры никогда не сумеют понять ваш водяной пар, у которого нету ни вкуса, ни цвета, ни запаха. Для негров это недоступно, поэтому это программа расистская, которая требует, чтобы был водяной пар. И вот к чему мы идем, вот к чему мы стремимся, вот что называют хорошим образованием. Во всем мире идет такая сейчас тенденция уничтожения старой системы образования, потому что это трудно. Вот как мне говорили наши реформаторы, конечно, наши ребята все будут здоровье терять, потому что вы требуете, чтобы они читали и Пушкина, и Толстого. Разве это можно? Это не математика, но это то же самое. Это та самая тенденция, которую мы наблюдаем, и с которой я изо всех сил стремлюсь бороться, но очень трудно дается. Ко мне несколько лет назад обратились представители одной очень крупной американской фирмы, которая всем хорошо известна, это Boeing. Самолет. Которые мне объяснили, что американская система образования такова, что они не могут выросших в Америке ни школьников, ни студентов, ни университетов, ни технических вузов нанимать к себе, делать новые самолеты или чинить старые даже. Boeing держится только на том, что они нанимают иммигрантов, в основном из 3 стран – из России, Китая и Индии. Поэтому, говорят, мы прочитали в ваших газетах, что у вас собираются довести систему образования до американских стандартов. И по нашим подсчетам, через 30 лет в России будет такое же плохое образование. Тогда нам вообще некому будет. И тогда вся эта технологическая система рухнет, потому что она основана на иммигрантах. Она основана на том, что на Америку работают умы всей Европы. Провалился под лед я без лыж в первые дни мая, переходя по льду озера Миру-Мир. Началось с того, что лед подо мной стал слегка прогибаться, под кедами показалась вода. Вскоре я понял, что форма льда – гауссовская, колокообразная, перевернутая, кривая. Еще через минуту стало ясно, что я наблюдаю фундаментальное решение уравнения теплопроводности в обратном времени. И действительно, слегка не дойдя до дельта-функции, лед провалился. Я оказался в проруби, в 30 метрах от берега. Вылезти на него оказалось очень трудно. В конце концов, прорубь расширилась и позволила мне разогнаться вплавь и выброситься на еще нетронутый лед, по которому я и двигался дальше ползком, пока не перешел озеро до конца.
Виталий, какой религии принадлежите? Ну, конечно, православный, но только я не ухожу в церковь такой, я не, как это сказать. Ну, вы верующий внутри. Внутри, да, но внешне ни в какой. Я ученый, как это сказать, как Гинзбург про себя говорит, я, говорит, религиозный атеист. Моя религия это... Ну, то же самое и Капица, правильно? Ну, и я, Сережа, и да. Я говорю то же самое. Но в действительности, конечно, вся культура православная. Никакой другой, все другое мне глубоко чуждо. А православное вполне родное. Но однако я не крещенный даже. И отец мой там крещенный, а я уже не. Ну, у вас немец кто-то в крови. Ой, 7 поколений. 7 поколений. 7 поколений назад мой прадед Петр Арнольд был офицером у Фридриха II, великого Фридриха Прусского I. Значит, и он на дуэли застрелил, или не с шпагой даже зарубил, своего приятеля. И за это Фридрих очень наказывал, он должен был быть казнен. И тогда он убежал в Россию, и с тех пор весь род в России. В этом доме, в Спасо-Песковском переулке, на втором этаже флигеля, больше 3 десятилетий жила семья Арнольдов. Игорь Владимирович – математик, и Нина Александровна – искусствовед. Здесь выросли их дети – Дима, Митя и Катя. Историю церкви уборы. У Хвостов был крепостным Шереметьево, который владел уборами. И ему заказана была эта церковь. И он построил, между прочим, похожих несколько церквей. Троице-Лыковская церковь против Серебряного Бора, Филях церковь, которая стоит там прямо у метро, и Зюзине церковь похожая. Вот. Но он заключил с Шереметьевым договор, что это будет построено тогда-то и тогда-то. Вот. Дата пришла, надо освещать церковь, она недостроена доверху. Оказалось, что Бухвостов уехал в Рязань и строит там кафедральный собор, который сейчас там стоит очень красиво. Тогда Шереметьев пошел к судье. Ну, судья посмотрел законы, посмотрел законы и присудил Бухвостову. А 50 ударов – это смерть. Там же правило было такое. Кровь появляется после 3-го удара, а ребра после 10-го. Он пошел к судье и говорит, что вот мне все-таки церковь нужна, а не смерть этого самого, да, его помилуй. А судья говорит, у нас царство законности. Я вот судил по правилам, как надо было, так и судил. Но потом все-таки Шереметьев его уговорил. Ему пришлось заплатить судье взятку, которая была в 10 раз больше, чем все строительство этой церкви. Бухвостов вернулся и достроил. Вот какая история происхождения этой церкви. Очень красивая, очень ее люблю. А потом в Ватикане папа сам говорил речь, которую потом он мне подарил. Я ее привез в Москву и подарил ее своему соседу по даче, который теперь стал Нобелевским лауреатом Виталию Ивановичу Гинзбургу. Он ее перевел. Да, и он ее перевел и издал по-русски. Но это речь такая, наука и религия. Та и другая очень хотят узнать истину. Но наука обладает всеми средствами, нет, инструментарием, лабораториями, чтобы истину узнавать. А религия совершенно нет. Поэтому ученые узнают истину гораздо лучше и больше, чем люди религии, которые вместо истины какие-то догмы объявляют и потом их проповедуют. А вовсе это на самом деле ничего узнать при помощи религии невозможно. Да, потому что это... Напротив того, когда истина уже известна и нужно ее применить, то ученые могут ее применять совершенно неверно. Например, они начинают проповедовать аборты или Хиросиму и Нагасаки, бросают атомные свои бомбы на живых людей. Вот как ученые используют свои знания и свою науку. Поэтому, для того, чтобы для человечества все было лучше, давайте договоримся. Мы, люди религии, не будем вмешиваться в научные поиски истины. Пусть мы не будем мешать ученым, не будем сжигать никаких ученых, объявлять их еретиками, потому что у нас средств найти истину нету. Зато, когда истина уже открыта, вы, ученые, не будете лезть в вопрос о том, что хорошо и что плохо в ее применениях. Потому что это мы знаем лучше. Вас. Да, вот такая речь опубликована, она еще по-русски опубликована.
Вот. Это университет Пьера и Мари Кюри, где я являюсь почетным доктором. 60-летие, празднование моего 60-летия. Вот я речь говорю по поводу 60-летия. Вот это Торонский университет. Сейчас, ну, была какая-то очень хорошая фотография Ольги. Сейчас я ее хочу найти. Это Сахаров. Вы? Снятся около одного из корифеев. И вы сами выбираете. А корифея выбираешь сам. Вот Ньютона можешь выбрать, можешь Дарвина выбрать. Вот это сначала мы ее увидели, так? Да. Потом я залез, а потом... Ну, результат. Прыжка, вот. Лет 20. Арнольд – путешественник, пешеход, велосипедист, лыжник, пловец, байдарочник. Менее всего он соответствует тривиальному образу ученого-затворника. Вот уже более 10 лет он делит свое время между Россией и Францией, где профессорствует в университете Париж-Дофин. Это Алтай. Вера Степановна Жидкова, его сестра. А вот она. Его ученики разбросаны по всему миру. Это земному и математическому, где, несмотря на многие человеческие сложности, все-таки царит высокий дух служения истине. Это потом, когда математики оказываются в нашем мире расплывчатых знаний, им приходится приспосабливаться, и они становятся похожими на всех нас, со всеми нашими слабостями. А здесь мы перенеслись в Китай. Угу. А тут замечательно, тут, наверное, будет моя подружка курса. Да, в те годы их было много здесь, в Москве, они учились. Да. Под него заплывали, залезали, там есть под ходы такие, через которые можно быть, смотреть там со стороны воды. Я ее тоже покажу. Очень хорошие фотографии. И вот эта Ольга тоже хорошо. А тут же рядом Игорь, а вот эта самая высокая башня, это телевизионная башня в Торонто. Танька, это жена, значит, вот его. Это раз, когда женится, еще когда правнук. Это Елишенко, это Петя Пушкарь, еще раз Петя Пушкарь. Варченко теперь американец. Я примет получать Крафтскую премию у шведского короля. Мы были на приеме, обедали с шведским королем. То есть Эля обедала с шведским королем, я с королевой. Очень странная фотография снята в странном месте. Это город Пало-Альто. Можно ли меня тут узнать? Наташка очень хороша. Дашка смотрит действительно с любовью. Они, между прочим, описывают особенности распределения галактик во Вселенной. Оказывается, галактики неравномерно распределены. А вот там можно увидеть, в структуре созвездий можно увидеть такие картинки. Ну, если их правильно обрабатывать, это мы придумали с Зельдовичем как-то. Моя точка зрения состоит в следующем. Это социальный вопрос о том, что хвалить и поощрять, а не что существует и нет. Универсальные всегда существуют такие люди. Но их не замечают и менее хвалят, и менее поощряют. И они делают, может быть, карьеры, скажем, меньше, чем какое-то узкое достижение какой-то рекордного характера в какой-то узкой области, за которую он получит все награды. Это беда общества, а не беда человечества. Во всем человечестве, это во всем мире происходит такое. И, скажем, там, Нобелевские премии, Филдские медали тоже чаще даются за такое индивидуальное достижение, чем за универсальность. Вот эта универсальность сама по себе виновата не в том, что ее не существует, а в том, что она плохо оценивается, мало оценивается, к сожалению. Ну вот, например, скажем, вот в прошлом веке Понкаре, например, совершенно несравним. Скажем, вот, если можно говорить, Гильберт и Понкаре примерно одновременно, и они как-то наравне идут в представлении математиков. Во многие знают Гильберта больше, чем Понкаре. В действительности, на мой взгляд, Понкаре гораздо выше. Но это не так легко объяснить. Он гораздо универсальнее. Я приведу еще один пример. В дневниках Леонардо да Винчи имеется описание того, как различать учеников, хорошие и плохие. Он пишет: у меня имеется пара десятков в доме живет художников молодых, которых я учу рисовать. Но я не могу тратить на всех одинаковое время, поэтому очень важно знать, кто из них будет великим художником, кто сделается, а кто нет.
чтобы тратить времени больше на того, кому стоит это, а на остальном тратить меньше времени. И вот какой способ я принял. Когда я это прочитал, это правило, я понял, что оно абсолютно универсальное, не относится к художникам, оно и в математике действует. И я стал этим пользоваться, и до сих пор пользуюсь, и безукоризненно работает правило. Вот оно какое. Среди художников всегда будет один, который делает натюрморт гораздо лучше других. У него его виноград хочется съесть прямо вот так. Другой будет художник, который натюрморта не умеет, но зато пейзажист. Его пейзажи абсолютно вот как такие вот хочется идти гулять в это место. А третий бывает анималист, который замечательно и тигра, и волка, и кого, и белку, какую угодно, животных, птиц тоже обычно очень хорошо делает, а портрет человека не может. А есть портретист, у которого очень сходство в портрете большое, а когда надо нарисовать какое-нибудь животное, то он просит помочь, чтобы тот собаку на его портрете, значит, пририсовал тот друг, который анималист, и так далее. Но кроме этих, которые рекордсмены в своей области, а надо всему этому обучать, всегда есть такой, который не будет ни лучшим ни в чем. Он не будет лучше натюрморта, не будет делать лучшие светотени, не будет лучшие пейзажи, не будет... Ну, вот ни в одном из перечисленных, скажем, тоже не будет лучшим. Но он стремится хорошо научиться всему. Вот он-то станет великим. Ему-то и надо посвящать наибольшие усилия. Он универсален и потому лучше всех. Хотя не достиг такого успеха ни в чем конкретно, он его достигнет позже и во всем. По-французски я это читал, «Le carnet de Léonard», но там все это есть. Что же касается кода, про который вы упоминали, то этому коду меня научил однажды за обедом такой ученик. У меня у отца был такой хороший ученик, который многому, он как-то очень любил моего отца, в своих воспоминаниях про это пишет, и меня учил тоже. Когда встречались, мы с ним вот всегда что-то такое мне говорил, Андрей Дмитриевич Сахаров. Значит, он мне сказал, что аккорд Леонардо очень легко освоить и можешь сам им писать. Это делается так. Надо взять два листа, два карандаша и две руки. Ты правой рукой пишешь какое-то слово, а левой рукой другим карандашом на другом листе тоже слово в обратную сторону в зеркальном изображении. Если пытаться... Понятно, да? Вот. Если пытаться без правой руки одной... Ну, просто правой, скажем, рукой писать налево в зеркальном изображении, то надо так много думать, что это очень медленно и плохо, и коряво получается. Но если правая рука пишет уже там букву А какую-то, а левая такую же букву А, но симметричную, никаких усилий, она это пишет сама. Поэтому 5 минут такого упражнения, ну полчаса самое большее, и правую руку можно отрезать. Она уже больше не нужна, ты уже научился. Я это научился, я попробовал, я умею писать кодом Леонардо. Потому что Андрей Дмитриевич меня научил. Вы понимаете, я, конечно, математик и физик, как угодно, но во многих случаях у меня гуманитарное мышление. Это я больше, ближе во многих отношениях. Понимаете, вот такие бывают, математическая такая бывает сухость, которая мне совершенно не свойственна. Знаете определение математики по Маяковскому? Маяковский хорошо понимал. Да. Он сказал, человек, который открыл, что 2×2=4, был великий математик, даже если он считал окурки. А человек, который сейчас по той же формуле считает гораздо больше предметов, например, локомотивы, совсем не математик. Это Маяковский. Хорошо понимал. Я, например, ужасно люблю читать из не математика одного, но очень люблю, очень много из него извлекаю. Это Монтень. Опыты Монтенья, да. 4 тома опытов Монтенья. Это, значит, книжка, которая посвящена и издана трудами, по-моему, королевы Марго. Это время королевы Марго, Генриха IV. Там очень много мыслей, которые совершенно совпадают с моими. Это удивительно, насколько современен Монтень. Это не математика, там про всякое разное другое, но удивительно похоже на мои мысли. Вот. Например, Монтень пишет,
Отличие французской науки от немецкой, испанской, итальянской, английской и голландской. Других он не знал. Вот. Состоит в следующем. Когда пишет француз, он избегает ссылок на кого бы то ни было и на какие бы то ни было предшествующие открытия и работы. Потому что если в французской книге будет какая-то цитата, то все скажут, что автор ничего нового не придумал, а только повторяет то, что сделали другие, поэтому он должен претендовать, что все сделал сам. Но особенно категорически запрещены ссылки на иностранцев, потому что патриотизм Франции не позволяет им. Если бы, говорит, какой-нибудь голландец или англичанин позволил себе такую штуку, его бы выгнали с работы, никто бы с ним не стал здороваться, это было бы абсолютно невозможно ни в какой другой стране. А во Франции это привычка. Они все такие. И второй принцип такой. Французская книга должна быть написана так, чтобы никто не мог понять ни одного слова. Потому что если будет понятно, то скажут, что это тривиальности, которые очень лихие были известны заранее. Надо написать так, чтобы никто ничего не понимал. Это обязательно. Для французской литературы, это научной литературы французской, это обязательно. Наоборот, англичане, голландцы, итальянцы, испанцы, все стараются быть как можно понятнее и объясняют все. А французы никогда ничего не объясняют. Полтысячелетия, а что изменилось? Ничего. Насколько история науки интересна в подлинниках? Я бы так это сформулировал. А где еще она бывает? Нет, только в подлиннике. Да, я понимаю, в подлиннике. Разумеется, но то история науки это только подлинник. Только подлинник. Конечно. Но я к тому говорю, что насколько интересно вам, действующему профессионалу, сегодня читать то, что было сделано, скажем, 300-400 лет тому назад, ход рассуждений. Что вам больше? Понимаете, дело вот в чем. Это мое личное гуманитарное свойство такое, что мне это очень нравится и хорошо. При этом есть люди, которых я совершенно не могу читать, потому что у них другое мышление, другой стиль, это неинтересно, скучно, и я вижу, что это ерунда, и не надо было делать этого, и мне не надо этим заниматься и читать. А есть такие, которые писали 300 лет назад, но мне очень нравятся. Я очень вижу, я их воспринимаю как сегодняшних своих людей. И тут дело не в возрасте, не в том стиле, но не в том, сколько лет прошло. Это не в этом дело. А это какой-то более глубокая разница. Понимаете? Ну вот, например, скажем, когда я читаю Пуанкаре, то я как будто разговариваю. Понимаете, вот для меня Пуанкаре и Колмогоров это одно и то же. И ни того, ни другого я никогда не читаю. То есть читать-то читаю, но вот как Колмогорова лекции, например, я никогда не мог выслушать, нет, потому что у него ни в одной фразе не было правильной грамматики. У него было иногда подлежащее без сказуемого, иногда сказуемого без подлежащего и много мычания. Поэтому, но так я понимал, о чем он думает. Этого уже хватало. И я уже понимал, что он хочет сказать, а не что он произнес. Произносил он совсем не то, что хотел. А я понимал не то, что он произносил, а то, что он хотел. Поэтому мне были очень полезны эти его лекции, хотя студенты очень ругались. Плохие студенты ничего не понимали. То же самое и с чтением. Вот, например, Пуанкаре, когда я читаю, я говорю, что я его не читаю. Это неправда, я читаю. Но как я читаю? Я читаю, может быть, каждое сотое слово. Остальные слова пропускаю, потому что я догадываюсь, что он хочет, что он сделает. Когда нужно, вернусь, найду, пойму и так далее. Дело в том, что так я думаю одинаково. То ничего. Я скажу. Я не великий, может и великий, но мне неизвестно. А что мне известно, что я самый знаменитый, вот это точно. О! Ну, вот что точно, что я самый знаменитый математик, между прочим, даже не только России, но и мир. Я уже несколько лет первый по всем наукам среди русских ученых. Ну как, обычного физика среднего, да, да. Индекс цитирования в 10 раз больше, чем математика. Потому что физиков больше и цитируется. Ну больше. Да, и больше, да. У химиков в 10 раз больше, чем у физиков. У биологов в 10 раз больше, чем у химика. А у гуманитариев больше в 10 раз, чем у биологов. Вот какая деятельность, понятно? Ой. Так я обогнал всех, и биологов, и гуманитариев, всех обогнал. Хотя математик, и Гарфилд написал, это удивительно и поразительно. Как может быть, математики, которые наименьшие достижения в среднем, все-таки занимают первые места. Ну, правда, второе место сейчас, после меня, занимает Гинзбург.
Гинзбург-физик. Гинзбург-физик, да. А перед этим второе место занимал Зельдович, тоже физик. Зельдович. Но надо сказать, что в отличие от Гинзбурга, Зельдович был математик тоже. У меня есть совместные работы. Ну и я на самом деле не совсем математик, я физик. Это правда. Она энциклопедию финансировала и затратила на это, я не помню, сколько-то процентов, 1.5, по-моему, процента, не помню точно, у меня написано, может, 3%, может, 1.5, не помню, сколько-то от своих расходов на духи, да. Знаю. Там у меня написано точно, сколько процентов, я это где-то списал, да. Я к чему это? Это мадам де Помпадур, это правда, да. И так в результате что? Это та самая энциклопедия? Та самая, да. Да, энциклопедия, да. Да, вся наше просвещение. Век просвещения она создала, это правда, да. Значит, соответственно, вот та математика, простите, что я говорю слово математика. Математика, нет, погодите, я вам скажу. Вот в этом споре, например, с сэром по поводу Бурбаки там, и так далее, я говорил большую речь, что такое математика. Я сказал, математика – это часть физики. Отличие математики от других областей физики состоит в следующем. И другая наука экспериментальная. Но физические эксперименты обычно стоят миллионы долларов. А математические – единицы рублей. Затраты на математику в год – это 1/10 стоимости одного танка в стране. 1/10, да. 1/10 стоимости одного танка, это верно. Да. Значит, вот 1/10 танка позволила нам построить такую школу математическую, плодами которой пользуются сейчас во всем мире. Да, да, это верно. Это верно, 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 верно. Это правда. Значит, если бы современное наше российское правительство потратило бы на нужды математики хотя бы стоимость одного танка, мы могли бы ждать каких-то больших результатов? Или это сомнительно? Нет. Нет, дело в чем. Нет, это вопрос сложный, потому что реакция не немедленная. Это интервалы десятилетиями измеряются. Это значит, что результат так будет или иначе через десятки лет. Поэтому сегодня сказать немедленной реакции с лучшими результатами, конечно, не будет. Это можно предсказать. Если они и будут, то не потому, а случайно, просто потому что они были раньше подготовлены. Немедленные очень блестящие результаты могут быть, потому что мы продолжали, и не имея денег, готовить очень хороших людей, которые не все уезжают. Понятно? Вот. А вот через столетие, вот что будет, там на это будет влияние очень сильно. Это правда. Это я согласен. Главным здесь является социальная точка зрения, высокая социальная оценка научного престижа науки, и научной карьеры тоже. Это не сумма денег, которую человек зарабатывает, а высокая оценка обществом того, что он делает. Это очень важно.
Спасибо, но дело в том, что у меня расписано там... Работы Арнольда по теории динамических систем, классической небесной механики, теории особенностей, топологии, вещественной и комплексной алгебраической геометрии, симплектической, контактной и проективной геометрии, гидродинамики, вариационному исчислению, дифференциальной геометрии, теории потенциала, математической физики, теории суперпозиции, истории математики, комбинаторики и во многих других областях математики и механики во многом определяют современное состояние математической науки. Журнал «Успехи математических наук», том 52. Жена у меня родом из Сибири. Она по специальности врач-реаниматолог, но ее прогнали сейчас на пенсию, потому что уже отравлена теми веществами. У нее в руках обычно умирало 30 человек в день, ей привозили, которые умирали у нее в руках. Но 10 из них она оживляла уже мертвых. Она вот такая. Не знаю, что она с нами сделает. Почему я ее не на бой надеяться? Доехали до церкви, а в церкви в то время был склад муки. Значит, какие-то бабы шли с мешками, с мукой, а перед церковью была большая лужа. Ну, я проехал на велосипеде, оглядываюсь, а Санечка за мной едет на маленьком своем велосипеде. И он весь окатанный? Нет, он уже лежит в луже, а сверху велосипед. А бабы упали под этими мешками от смеха, потому что мешки побросали, просто все засыпаны мукой, так как хочет. Я вернулся, чтобы его спасти, а Санечка мне говорит: Дим, пойдем отсюда подальше. Они надо мной издеваются, а я именно этого терпеть ненавижу. Ладно, говорю, чтобы попасть на хорошие места, там много белых, нам надо пройти мимо кладбища. Да. Пойдем туда. Прошли к кладбищу, и я вижу, там две разрытые могилы, сегодня будут похоронены, еще нету. Вырыты уже могилы, а нету. Я говорю: Санечка, знаешь, чтобы нам пройти к лесу, нам надо пройти мимо разрытых могил. А ты ведь знаешь, если грешник идет мимо такой разрытой могилы, черти через эту разрытую могилу могут его утащить к себе. Стоит ли нам идти мимо этих могил? Может, обойдем кладбище? Санечка говорит: подожди минуточку. И минут пять мы стояли, и он думал. Через 5 минут он мне говорит: Тим, я уже подумал, можно идти. Мы прошли, а тут начинается какой-то... Погода портится, спускается, облака становятся ниже, какие-то первые капли дождя. И наверху, там выше кладбища уже, где роща, кладбище кончилось, идет черный человек с черным зонтиком. Хотя дождя настоящего еще нету, но он все-таки ничего нам не сделал. И я говорю: Санечка, видать, не так много у тебя и грехов. Ничего нам не стало, ни черный человек, ни черти из могил. Прошли благополучно. И Саня укоризненно на меня посмотрел, сказал: Дима, Дима, неужели ты мог подозревать, что я беспокоился о себе?